жертву, расправляем плечи, позвоночник прямой. Как будто вы хозяин ситуации, вы творец, вы воля, вы сила. По всему телу пропускаем желание быть любимым, желанным. Создаем радость. Ощутите себя идеальным человеком. Вас любят. Вы само совершенство. Вы настоящий подарок. Все хотят быть с вами. И тот человек, которого вы очень сильно любите, любит вас. Создайте это ощущение радости. Создаем. Повышаем эмоции. Какое счастье быть любимым. Вы рады. Вы счастливы. Какое наслаждение быть счастливым в любви. Какое наслаждение, когда вас принимают. Вас понимают. Вы нужны. Усиливаем свое желание. Мысленный образ. Образ совершенства. Увидьте себя совершенным, нужным, желанным. Впитывайте этот образ в вас желанным, любимым. Создайте волей повеление «Я совершенный, я любимый и обожаемый». Повышайте внутренний напор, стремление, воля, спина расправлена, голова вверх. Чувствуйте, как сила рождается внутри вас. Мысленно представьте, вы само совершенство. Вы прекрасны. Вас все любят. Вы обаятельны. Ощутите сейчас свое тело, в котором вы находитесь. Увидьте его мысленным взором. Увидьте, как оно желанно и интересно всем окружающим. Вы нужны людям. Вы всем нужны. Увидьте, как вами восхищаются, как вас любят искренне, сильно, по-настоящему. Накапливайте радость, эмоции, эмоции вверх. Накапливайте радость, еще радость, еще больше любви, благодарность. Вы так благодарны этому миру за то, что он сделал вас таким. Вы так благодарны людям за то, что они вас любят. Это так приятно. Усиливайте наслаждение, счастье, еще, счастье. Это как ураган по всему вашему телу, счастье, эйфория. Хорошо, спина прямая, плечи расправлены. Волна счастья по всему вашему телу пошла сверху вниз. Еще одна волна сверху вниз. Счастье, радость, благодарность. Вы творец, прикажите волей, да будет так. Скажите, да будет так. Еще одна волна счастья, еще сильнее. Эйфория, вы счастливы, вы рады. Это наслаждение, быть любимым. Как же это приятно. Сейчас. Все, что вы хотите достичь, может быть сотворено вами в этом самом настоящем моменте. Не в прошлом, не в будущем, а в настоящем. В следующие несколько моментов отпустите мир, к которому вы привыкли. Когда вы вернетесь после этой сессии, мир вокруг вас изменится, станет другим. Просто продолжайте дышать глубоко, растягивая вдох и выдох. В этот момент, прямо сейчас, представьте поток яркого света, льющийся сверху в макушку вашей головы. И откройтесь этому потоку в ваш ум. Сияйте ярче. Пусть ваша голова, ваш ум полностью наполнится этим приятным лучистым светом. Вы можете видеть, чувствовать и ощущать этот яркий свет божественной энергии, спускающийся вниз по вашему позвоночнику.
открывая все энергетические центры на своем пути. Просто смотрите, чувствуйте, ощущайте это. Теперь представьте, что образовался второй аналогичный поток света и чистой энергии, и он течет сквозь вашу грудь со спины вперед. Он очень теплый. Он наполняет вашу грудь, вашу сердечную чакру сильной, чистой, божественной энергией. Помните, что все звуки, которые доносятся до вас снаружи, позволяют вам присутствовать в моменте сейчас, в настоящем моменте. Потенциал вашего мозга и подсознания открыт на 100% именно в этот настоящий момент. Вы можете стать тем, кем вы хотите быть. Вы способны материализовать все, что только вообразите. Вы знаете, что сила приходит от веры. Когда вы во что-то верите, вы это создаете. Осознайте это сейчас, в этом настоящем моменте. Не в будущем, а прямо сейчас. Все, что вы хотите, приходит к вам быстро и легко, самым благоприятным образом. Будучи создана той светлой божественной энергией, которую вы испускаете в мир прямо в настоящий момент. Это здесь, сейчас. Это происходит прямо сейчас. Исходящая от вас сильная, светлая, божественная энергия возвращается обратно к вам самыми благодатными путями. Каждый раз, когда мы отправляем в мир свою энергию, мы создаем наш опыт. Поймите и уверуйте в то, что люди, ситуации, обстоятельства и мир вокруг вас изменяется прямо сейчас, в этот самый момент. Просто осознайте, что это происходит прямо сейчас. Нет необходимости искать доказательства. Мы знаем, это происходит в настоящем моменте и передается в будущее соответственно. Вы раскрываете свой потенциал прямо сейчас, в этот момент. Вы отправляете позитивную божественную энергию, вибрации в мир, во все пространства и времена, получая обратно все то, что отправили, самыми быстрыми и легкими путями, самым благоприятным образом для всех живущих на Земле. Все, что вы создаете, все, в чем вы нуждаетесь, все, что вы хотите испытать в этой жизни, все это уже было сотворено. Просто позвольте этому прийти и быть. Дышите глубже. И продолжайте расслабляться. Осознайте, что каждая мысль, которую вы думаете, имеет свою вибрационную частоту. Все, что создается сквозь энергетические вибрации, сейчас отправляется энергетическими вибрациями туда, куда направлено ваше внимание, потому что вы четко видите, что вы хотите. Нет ничего более важного, чем сфокусироваться на том, чего вы хотите. Сейчас сфокусируйтесь на том, чего вы хотите. Представьте, как это будет выглядеть. Представьте, что там будет происходить. Какие вы услышите слова, что вы увидите. Представьте, что это происходит прямо сейчас. Этот эпизод из вашего будущего разворачивается прямо сейчас, перед вашими глазами. Когда вы фокусируетесь на том, чего вы хотите, вы организуете материю так, чтобы максимально снизить сопротивление. Вы должны знать, верить и понимать, что вы создаете то, что вы
называете будущее, вы создаете это в настоящий момент. Посмотрите, это уже здесь. Это начинает обретать форму вокруг вас. Увидьте это прямо сейчас. Чувствуйте это. Ощущайте это. Визуализируйте это в настоящем моменте. Не в прошлом, не в будущем, а в этом самом настоящем моменте. Осознайте, что закон притяжения активизировался. Прямо сейчас вы притягиваете как магнит ваше желание, и оно движется навстречу вам. Просто доверьтесь закону притяжения. Он с математической точностью рассчитает самый короткий путь материализации. Закон работает безотказно, каждый раз. Все, что вы отправите в виде мыслей и вибраций во внешний мир, отправится и найдет свое вибрационное соответствие и притянет это к вам прямо сейчас. Вам не нужно этого ждать. Это уже здесь. Позвольте этому случиться прямо сейчас. У меня не хватит слов объяснить, насколько это важно. Позволить этому случиться прямо сейчас. Вы не должны искать этого, вы не должны надеяться или желать, что что-то произойдет. Это уже здесь, уже происходит. Еще раз, все внешние звуки, которые вы слышите сейчас, помогают вам оставаться в моменте сейчас. Следующие несколько моментов просто наслаждайтесь абсолютной радостью от материализации всего того, что вы задумали. Вперед, радуйтесь! Это ощущается невероятно потрясающе, согласны? Не это ли счастье знать, что ты имеешь то, чего хочешь? А теперь я попрошу вас выпустить свое желание, свое видение, выпустить его из своего ума. Пусть оно выйдет наружу. Теперь почувствуйте себя абсолютно свободным и откройтесь для возможности получить сообщение от своего высшего разума, своего высшего «Я». Просто позвольте своему высшему «Я» передать вам сообщение прямо сейчас. Каким бы оно ни было, примите его. Каждая мысль, каждое действие, каждая идея, у которых есть вдохновение, управляется и направляется вашим высшим «Я». Это большая часть вас, часть Вселенной. Вы и есть эта большая часть вас. Вы не можете быть отдельно друг от друга. Высший разум ведет к вас к материализации желаемого. Просто спросите себя, что я должен сделать сейчас, какое действие предпринять, чтобы помочь силе привлечения материализовать мое желание. Я повторю этот вопрос. Что я должен теперь сделать, какое действие предпринять, чтобы помочь силе привлечения материализовать мое желание? В течение всего оставшегося дня продолжайте задавать себе этот вопрос. Что я должен теперь сделать, какое действие предпринять, чтобы помочь силе привлечения материализовать мое желание? Неважно, получится ли вы ответ немедленно или через какое-то время, вы должны последовать за ним. Сделать именно то, что было указано сделать. Доверяйте и знайте, что сила внутри вас, и она вас направляет. Эта сила может проявиться очень разными путями. В любом случае вы должны последовать призыву, даже если это будет маленькое действие. Оно может быть поворотной точкой в вашей судьбе. Вселенная все устроит, позаботится о деталях и ресурсах. Когда вы сфокусируетесь на конечном результате, Вселенная направит вам нужных людей, ситуации или совпадения, которые помогут вам в исполнении желания. Вам не стоит переживать, если вы боитесь пропустить знак или возможность. Вселенная слишком хочет, чтобы ваше желание сбылось. Если вы пропустите одну возможность, она даст вам следующую. Пропустите эту, даст еще и так далее до бесконечности. Помните, во Вселенной правит могущественный закон притяжения. Он приносит вам то, чего вы желаете. И это происходит всегда в момент, когда вы просите и принимаете. Ваше желаемое событие уже создано. Потому что прямо сейчас ваш безудержный, настойчивый ум позволяет желаемому прийти в вашу жизнь.
Это значит, что теперь никаких страхов, никаких сомнений, никаких запасных вариантов, никаких других путей. Только одно – реализация вашего намерения. Теперь никаких переживаний, а только счастье от материализации. Сейчас представьте, что вы уже имеете то, чего пожелали в начале сессии. Это не в будущем, это здесь и сейчас уже происходит. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если вы были абсолютно уверены и точно знали, что вы уже имеете то, чего хотите. Создайте это чувство прямо сейчас. Божественная вибрация, которую вы направили в мир, уже создала это событие. И будьте счастливы от этого факта. А теперь откройте глаза, осмотрите комнату, начните слышать внешние звуки, начните видеть меня. И оставайтесь в моменте сейчас. Продолжайте радоваться тому, что ваше желание материализовалось. Оставайтесь в моменте сейчас. Сейчас уже все материализовалось. Не завтра, не послезавтра, а прямо сейчас. Ощутите это. Прочувствуйте это. Оставайтесь в этих вибрациях. А теперь прослушайте эти слова и повторяйте их за мной. То, что я ищу, ищет меня. Я перестаю беспокоиться о том, как это найдет меня. Я сфокусируюсь на моем заветном желании. Мой высший разум внутри меня знает, как это исполнить для меня. Поэтому я просто расслабляюсь и отпускаю. Все, что мне нужно для реализации моего желания, приходит ко мне быстро и очень гармоничными путями, всем во благо. И я легко это принимаю. Я готов быть принимающим и благодарным. Я благодарю за исполнение моего желания. Все внешние звуки, которые вы слышите в течение этой медитации, помогают вам оставаться в моменте сейчас. Знайте, что уровень реальности, где вы вместе с вашим любимым человеком счастливы в отношениях, может быть сотворен вами в этом настоящем моменте, не в прошлом, не в будущем. В следующие несколько моментов отпустите мир, где сейчас вы были одни. Когда вы вернетесь после этой медитации, мир вокруг вас изменится, станет другим. Реальность, где вы любимы, начнет постепенно проявляться. Просто продолжайте дышать глубоко, растягивая вдох и выдох. В этот момент, прямо сейчас, представьте поток яркого света, льющийся сверху в макушку вашей головы. Откройтесь этому потоку в ваш ум. Сияйте ярче, пусть ваша голова, ваш ум полностью наполнится этим приятным лучистым светом. Вы можете видеть, чувствовать и ощущать этот яркий свет божественной энергии, спускающийся вниз по вашему позвоночнику. Он продвигается вниз и открывает все ваши энергетические центры на своем пути. Шейный, грудной, солнечное сплетение и две нижние чакры. Все эти чакры открылись. Просто смотрите, чувствуйте и ощущайте это. Теперь представьте, что образовался второй аналогичный поток света и чистой энергии, и он течет сквозь грудь со спины вперед. Он наполняет вашу грудь, вашу сердечную чакру сильной, чистой, божественной энергией. Помните, что все звуки, которые доносятся до вас снаружи, позволяют вам присутствовать в моменте здесь и сейчас, в настоящем моменте. Потенциал вашего мозга и подсознания
открыт на 100% именно в этот настоящий момент. Вы можете стать любимым и желанным. Вы можете стать любимой и желанной. Вы способны материализовать прекрасные, доверительные, любовные отношения с вашим любимым человеком. Вы знаете, что сила приходит от веры. Когда вы во что-то верите, вы это создаете. Осознайте это сейчас, в этом настоящем моменте. Не в будущем, а прямо сейчас. Отношения вашей мечты приходят к вам быстро и легко, самым благоприятным и неожиданным образом. Будучи создана той светлой божественной энергией, которую вы прямо сейчас испускаете в этот мир, это здесь и сейчас. Это происходит прямо сейчас. Прямо сейчас вы здесь и состоите в паре с вашим любимым человеком. Ваши отношения крепкие и счастливые. Нет необходимости искать подтверждения. Мы знаем, что происходящая от вас сильная светлая энергия любви возвращается к вам самыми благодатными путями. Прямо сейчас ощутите любовь в вашей груди, в вашей сердечной чакре. Мысленно обнимите вашего любимого человека, который прямо здесь, рядом с вами. Испытайте к нему очень светлые чувства. Каждый раз, когда мы отправляем в мир свою энергию, мы создаем наш опыт. Поймите и уверуйте в то, что человек, о котором вы думаете, ситуация в вашей жизни, обстоятельства и мир вокруг вас изменяется прямо сейчас, в этот самый момент. Просто осознайте, что это происходит прямо сейчас. Происходит в настоящем моменте и передается в будущее соответственно. Вы пара уже сейчас, в этом самом моменте. Уже сейчас вы создали уровень реальности, где вы и ваш любимый человек вместе, и вы любите друг друга. Представьте это. Вы раскрываете свой потенциал прямо сейчас, в этот момент. Вы отправляете позитивную любовную энергию, вибрации в мир, во все пространства и времена, получая обратно все то, что отправили, самыми быстрыми и легкими путями, самым благоприятным образом для всех живущих на Земле. Все, что вы создаете, все, в чем вы нуждаетесь, все, что вы хотите испытать в этой жизни, все это уже было сотворено. Просто позвольте этому прийти и быть. Дышите глубже и продолжайте расслабляться. Позвольте любимому человеку проявить себя и разрешите себе быть в настоящих, прекрасных, любовных отношениях с этим человеком. Осознайте, что каждая мысль, которую вы думаете, имеет свою вибрационную частоту. Все, что вы создаете сквозь энергетические вибрации, сейчас отправляется энергетическими вибрациями туда, куда направлено ваше внимание. Потому что вы четко видите, что вы хотите. Сейчас вы четко видите, что вы испытываете любовь к прекрасному человеку. И этот человек рядом с вами и тоже испытывает к вам любовь.
Вы в паре, вы настоящая любовная пара. Нет ничего более важного, чем сфокусироваться на вашей паре и на ощущении того, что вы друг друга любите и вы счастливы. Сфокусируйтесь на ваших объятиях с любимым человеком. Увидьте, как он держит вас за руку и смотрит влюбленными глазами. Осознайте, что вы создали пару и теперь решили быть вместе. Вам так радостно и хорошо вместе, что вы оба улыбаетесь от удовольствия. Он восхищен вами, и вы отвечаете взаимностью. Когда вы фокусируетесь на том, чего вы хотите, вы организуете материю так, чтобы максимально снизить сопротивление. Вы должны знать, верить и понимать, что вы создаете то, что вы называете будущее, в этот настоящий момент. Посмотрите, это уже здесь. Вы уже пара с вашим любимым человеком. Здесь и прямо сейчас он обнимает вас. Увидьте это прямо сейчас. Чувствуйте это, ощущайте это, визуализируйте это в настоящем моменте. Прямо здесь и сейчас, не в прошлом, не в будущем, а в этом самом настоящем моменте. Осознайте, что закон притяжения активизировался. Прямо сейчас вы притягиваете как магнит ваше любовное желание, и оно движется навстречу вам. Просто доверьтесь закону притяжения. Он с математической точностью рассчитает самый короткий путь материализации и вашей встречи с любимым человеком. Закон работает безотказно, каждый раз. Все, что вы отправите в виде мыслей и вибраций во внешний мир, отправится и найдет свое вибрационное совпадение. Когда вы испытываете любовь, вы отправляете в мир вибрации любви. Закон притяжения найдет свое вибрационное совпадение и принесет вам ситуации, наполненные любовью и взаимностью. Закон притяжения притянет это к вам прямо сейчас. Вам не нужно этого ждать, это уже здесь. Позвольте этому случиться прямо сейчас. Позвольте вашему любимому человеку быть с вами рядом прямо сейчас. Позвольте ему любить вас прямо сейчас. У меня не хватит слов объяснить, насколько это важно. Позволить этому случиться прямо сейчас. Вы не должны искать этого, вы не должны надеяться или желать, что что-то произойдет. Это уже здесь, уже происходит. Вам просто нужно ощутить это, почувствовать это и знать это. Еще раз, все внешние звуки, которые вы слышите сейчас, помогают вам оставаться в моменте сейчас.
следующие несколько моментов просто наслаждайтесь абсолютной радостью от материализации того, что вы в счастливой паре с вашим любимым человеком. Вы вместе и счастливы. Вперед, радуйтесь! Это ощущается невероятно потрясающе. Согласны? Не это ли счастье знать, что ты любим и любишь, что тебя принимают и понимают, что тебе очень повезло в любви. Пусть оно выйдет наружу. Теперь почувствуйте себя абсолютно свободно. Когда закончится медитация, просто продолжайте доверять и знать, что сила вас направит. Эта сила может проявиться очень разными путями. В любом случае вы должны последовать призыву. Даже если это будет маленькое действие, оно может быть поворотной точкой в вашей судьбе. Вселенная все устроит, позаботится о деталях и ресурсах. Когда вы фокусируетесь на конечном результате, что вы уже счастливы с любимым человеком, Вселенная направит вам нужных людей, ситуации или совпадения, которые помогут вам с любимым воссоединиться. Вам не стоит переживать, если вы боитесь пропустить знак или возможность. Вселенная слишком хочет, чтобы ваше любовное желание сбылось. Помните, что во Вселенной правит могущественный закон притяжения. Он приносит вам все то, чего вы желаете. И это происходит всегда в момент, когда вы просите и принимаете. Ваше желаемое событие уже создано, потому что прямо сейчас ваш безудержный настойчивый ум позволяет желаемому прийти в вашу жизнь. Это значит, что теперь никаких страхов, никаких сомнений, никаких запасных вариантов, никаких других путей, только одно – ваша взаимная любовь с вашим любимым человеком. Теперь никаких переживаний, а только счастье от того, что вы любимы и счастливы. Сейчас представьте, что вы уже имеете то, чего пожелали. Это не в будущем, это здесь и сейчас уже происходит. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы вы были абсолютно уверены и точно знали, что вы уже вместе с вашим любимым человеком. Создайте это чувство прямо сейчас. Позитивная вибрация, которую вы направили в мир, уже создала это событие. И будьте счастливы от этого факта. Я желаю вам, чтобы ваш любимый человек был рядом с вами. И я уверена, что эта техника вам поможет. Выполняйте 2 раза в день, несколько дней подряд.